Мурка. Мурочка. Трется в дверь. Да, ты трешься. Хвостик. Ну иди. Там собака. Там собака. Как она пробежала? Она перепрыгнула. Муська спит. Ну, не спит, то отдыхает на подоконнике. На подоконнике она отдыхает. Хвостик. Такой классный хвостик. Змейкой такой полосатый. Не помню, какой породы Муська. Мурка. Сейчас мы ее зовем по-разному, но на самом деле официальное, так сказать, имя Мурка. Мурка. Вот, ну, мурчит она, потому что много. Логически назвали просто Мурка. Потому что она действительно очень много мурчит. Чуть-чуть погладишь, она мурчит. Не знаю, камера. Камера, наверное, не передаст такие звуки, но как бы за кадром слышно. Не знаю, слышите, нет, но она мурчит. Просто посмотрите на красоту эту. Вы, наверное, не знаете, сколько ей лет. Вы, наверное, удивитесь, если я скажу, сколько ей лет. Ну что ж, готовы? 3, 2, 1. Ей 20 лет. Ну вот сейчас 2020. Купили ее в 2000-м. Еще считай, в 20 веке. И вот уже 20 лет. 20 лет живет. 20 лет. Представляете, старше меня. Это же... Ну, это для кошки это очень много считается. Но, как видите, в хороших условиях живет. До сих пор живет. Да еще поживет, я думаю, долго. Да? Да, Мур. Да, Мурка, да. Вот ей хвостик гладишь, ее вообще все равно. Обычно некоторым кошкам погладишь хвост, они шипят. А эта спокойная такая, не шипит, ничего. Вот, наоборот, мурчит. Любимое место кошек, я заметила, это щечки и горлышко, когда им гладит. Смотрите, я даже лапку сейчас. А по столу прямо идет, смотрите. Ходит прямо по столу, смотрите, в зеркале отображение. Перешла на другой подоконник. Какая-то еще веревка здесь на нее прицепилась. В цветочках. Она. О, а на улице. Солнышко вышло. Солнышко вышло. Отлично, весна. Весна близко. Напишите в комментариях, у кого еще лежит снег. Вот у нас еще снега много. Ну что ж. Вы только гляньте на нее. Как развалилась. Как вот она в зеркале. Смотрите, как лежит. Видите? Ой, как развалилась. Как развалилась-то. Красавица такая. Теперь уже на кровати лежит, смотрите. В общем-то, я люблю свою Мурку. Вот. Ну, красивая, правда ведь? Еще раз говорю, ставьте лайки, если вам понравилась моя кошка Мурка. Глажу. Даже лапку вот сейчас переднюю глажу, она балдеет. Вот заднюю погладил, балдеет. Хвостик. Просто балдеет. За ушком почешу, балдеет.
Вот спит. Отдыхает, смотрите, на коврике прямо. Специально для нее коврик тут подстелен на подоконнике. Вот. Хвост она поджала, если что. Вот он. Змейкой такой хвостик. Что ж, если вам понравилась кошка, ставьте лайки. Если вам понравилась кошка. Ну, а на этом все. Всем пока.